Стремление к росту и созиданию, трудолюбие и дисциплина, целеустремленность и энергичность – наверняка все эти качества есть у каждого участника ежегодного праздника «Созвездие талантов». Как юные дарования достигают высот в учебе, выяснили Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Усердие, стремление проявить себя во всех видах деятельности, интеллектуальные способности и желание их развивать, любознательность – эти качества позволяют Дарье Сокол добиваться самых высоких результатов. Она – одна из лучших учениц лицея номер один. Уже с начальных классов Даша активно участвует в школьных олимпиадах и конкурсах. В этом году она добилась больших успехов в учебе. Стала призером в краевых олимпиадах по русскому языку, литературе и обществознанию. Принимала участие во Всероссийской олимпиаде по литературе. Достичь таких высот Дарья смогла благодаря упорному труду и хорошей учебе. У нас школа с физико-математическим уклоном, поэтому я хорошо знаю математику, физику. Они мне очень нравятся, они у нас частые в расписании. Но еще моими любимыми стали русский и литература, потому что я с детства люблю читать. Мне очень нравится читать произведения, анализировать их, погружаться в детали, в тонкости. Ну и в русском языке я хорошо умею писать сочинения, изложения. В школе меня этому научили хорошо. Сейчас главная цель Даши – закончить учебный год на отлично. Основной поддержкой и опорой Дарья Сокол считает своих учителей. Она сразу обратила внимание на себя тем, что она очень собрана. Она очень редко улыбается и такая очень серьезная, не по годам. Потом на первых уроках литературы оказалось, что Даша прочитала роман «Войну и мир» в первом классе. И ее ответы всегда были очень глубоки, интересны. Одноклассники Дашу любят и уважают. Она щедро делится с окружающими своими знаниями, умеет дружить и всегда поддержит в трудную минуту. Я знаю Дашу с первого класса и могу сказать, что она очень целеустремленный, ответственный человек, на нее всегда можно положиться. Она изначально поставила цель и стремится к ее достижению. Любовь к учебе и тягу к знаниям Даше прививали с самого детства ее родители. По словам мамы, за что бы ни взялась Дарья, все у нее получается на отлично. Марина Валерьевна и Михаил Пантелеевич Сокол все свое время посвящают детям и стараются воспитывать их настоящими патриотами своей страны. Любовь, благородство. Мама с ранних лет прививала любовь к чтению, начиная практически с самых ранних лет. У нас с самого рождения детей книг всегда было больше, чем игрушек. В таком ключе мы всегда развивались. Книжка – это был всегда лучший подарок. В семье Сокол есть свои семейные традиции. В выходной день они катаются на велосипедах, отдыхают на природе, ведут активный и здоровый образ жизни. Даша любит проводить время со своей родной сестрой Катей. Они не просто сестры, они еще и лучшие подруги. Даша открыта, она понимает, может, умеет и любит прощать. В свободное от учебы время Даша посвящает изучению английского и испанского языков. Я могу прочитать четверостишее стихотворение «Ла Палома», что означает «голубка». «Сей кивоко ла палома, сей кивокаба, порыр ар норте фуэ аль сур, криёки иль тригу эра иль агуа». У Дарьи большие планы на будущее. Впереди государственная итоговая аттестация, выпускные экзамены и поступление в Московский государственный институт международных отношений. А пока наша героиня получает заслуженную награду за свой нелегкий труд. Она среди тех, кому вручили грамоты на ежегодном празднике «Созвездие талантов». В этом году он прошел под девизом «Быть достойными наследниками великой победы, приумножая достижения страны». С победами и достижениями собравшихся поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Ребята, мы вами гордимся, вы достойная наша молодежь, вы у нас креативные, умные, талантливые, мы рады за вас. Главные виновники торжества – не просто учащиеся школ, а победители, призеры, лауреаты краевых всероссийских международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов и их наставники-учителя, педагоги, которые передают свою мудрость, талант. По маленьким кирпичикам строят будущее детей и, веря в них, раскрывают дарования. Традиционно каждый год система образования Славянского района подводит итоги своей работы. И сегодня один из тех праздников, на который собрались лучшие представители педагогической общественности, где будут награждены педагоги, тех учащихся, которые принесли нашему району в копилку научных, интеллектуальных достижений весомый вклад. Это более 120 учащихся, 90 педагогов нашего района.
сегодня получат подарки из рук главы района и уйдут домой с хорошим позитивным настроением. Ежегодно на празднике выбирают победителя в номинации «Ученик года». На этот раз этого почетного звания была удостоена Мария Стрелец из школы номер 28. Я горжусь званием «Ученик года 2015». Сейчас меня переполняют самые высокие чувства. Это и волнение, и трепет, и чувство радостного изумления. Но есть еще одно чувство в моем сердце. И оно главенствует над всеми остальными. Это чувство благодарности родителям и учителям за все то, что они мне дали. Награды нашли своих героев. Прозвучали имена ребят, учителей, которые принесли славу нашему району. Сколько будет у этих ребят впереди покоренных вершин, покажет время. Главное – не останавливаться на достигнутом. Ведь впереди новые испытания и победы. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».